поздравляю с началом учебного года. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так вот, чтобы учились как-нибудь и очень хорошо, нужно быть всегда на позитиве. Я желаю всем, и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам, и всем-всем родственникам, чтобы поддерживали ребенка с хорошим настроением, провожали в школу и встречали тоже. И тогда у нас все получится. Учителя вам в этом помогут. Будьте всегда на высоте. И мы ответим тем же. Всех-всех-всех с праздником! А сейчас я слово для поздравления объявляю. Слово для поздравления предоставляю специалисту отдела соцзащиты Тагучина Людмиле Анатольевне Морозенко. Дорогие родители, учителя, дети, от всей души я поздравляю вас с началом учебного года, днем знаний. Сердечно поздравляю особенно учителей. От всей души желаю вам, дорогие, мудрости, терпения, здоровья. Родители, с первых дней держите тесную связь со школой. Пожалуйста, радуйтесь вместе с детьми всем их радостям, всех их победам. Какие бы они ни были, маленькие, большие, будьте рядышком, пожалуйста, с ними всегда. Поверьте, они очень этого ждут. Будьте теплее, добрее, умнее, мудрее. Ребятишки, вас с праздником и добрый путь! Слово для поздравлений имеет председатель профсоюзной организации СЖБ Елатинцев Владимир Александрович от родительской общественности. Добрый день, уважаемые школьники, уважаемые родители, бабушки, дедушки. Хотелось бы от всей души поздравить вас с этим замечательным днем. Это первый день осени, вчера был последний день лета. Так приятно видеть всех вот в таком вот, таких нарядах, с цветами, с букетами, с хорошим настроением. Хотелось бы от всей души поблагодарить коллектив учителей, которые создают в школе вот этот вот уют, заботу о наших детях. Вот, и пожелать всем-всем легкого, чтобы учебный год прошел легко и непринужденно. Спасибо. Сколько прекрасных и добрых слов было сказано в адрес наших учеников и учителей. Ребят, вот посмотрите сейчас налево, направо, вокруг себя. Вот стоят перед нами первоклашечки. У них цветы в руках, белые рубашечки. Фартуки, банты, это первоклашечки, улыбаются, стоят и во все глаза глядят. Я думаю, они хотят рассказать, как же все-таки они собирались к нам в первый класс. Ребята, те, кто готовил стихи, прошу вас на сцену. Агата, Вова, Данил, Вера. Выходите, ребята. Те, кто готовил стихи, выходите сюда. Сейчас мы прочитаем, и вы сразу увидите, какие у нас талантливые. Сейчас мы сюда. Внимание, первый. Так я спрашиваю. Да, мы же распределили. На грани вставайте. Я спрашиваю, что вы знаете. Мы приветствуем всех вас. Посмотрите вы на нас. Мы стояли, долго ждали и обдумывали речь. Уж полречи мы сказали, у гора свалилась плеч. Школа – это тот же дом,
долго нам учиться в нем. И папа с мамой знают, в школе лучшие друзья. А учительница наша лучше не бывает. Мы учительницу нашу будем всей душой любить. Если трудно будет даже, будем по ночам учить. Мы теперь совсем большие, в школу мы пришли. И теперь никто не скажет, что мы малыши. Перед всем честным народом обещаю твердо я, что гордиться будет мною скоро вся моя родня. Будем спортом заниматься, чтобы часто не болеть, чтоб учительница наша не пришлось за нас краснеть. В общем, если честно, школа наша чудесная, будет здесь второй наш дом, здесь мы славно заживем. Чтоб учиться в этой школе, нужно каждому понять, настоящим джентльменом ты совсем не просто скажешь. А еще вас приглашаем, мы на наш выпускной. Пропустить вас обещаем, скажете, что вы со мной. Вот такие замечательные стихи, которые мы не показывали наше будущее, а теперь наше, это первоклассники. А теперь громкими аплодисментами провожают гость Маша. Ты, по-моему, так уже отличник, самый умный. Теперь я поняла. Но тебе, мальчик, придется немножко подождать, потому что ключ знаний будет вручать обладатель звания «Лучший актив года». Это право предоставляется активу 3-го В класса. А теперь они 4-й В. И классный руководитель Светлана Петровна Гордий. Актив 4-го В класса приглашает на сцену. Громкие аплодисменты. Командиры, санитары, журналисты, художники, все идут сюда. Добрых, надежных и честных друзей. Пусть будет тепло и уютно вам в стенах школы своей. И пускай немало славных, разных дней в календаре, но один из самых главных, самый первый в сентябре. Здравствуйте, собратья по школьной парте. Мы поздравляем вас с Днем Знаний. По этому поводу слушайте указ. Слушайте все! Указ о праздновании Дня Знаний.
Во знаменование начала учебного года постановляю. Пункт первый. Произвести в классах праздничный салют 5 залпами. Вот так. Всем незамедлительно поздравить друг друга дружным рукопожатием. Вот так. Все жмем друг другу руки. Поздравляйте друг друга. Поздравляйте. Друг друга. Пожимаем руки друг другу. Поздравляю. Молодцы. И пункт третий. Всем громко трижды крикнуть «Ура!». Объявят классные руководители, во сколько и куда подходить.
сегодня праздник, завтра в 13 часов.